Всем привет! Корчма, привет! Все выполнили квест нахождения входа. В нашей группе один год исполняется. Мы не просто так вот собрались. У нас много своих песен. Ну, мы вам сегодня мешать это с каверами. За год мы наколотили, ну, песен 10-то есть у нас. Группа Кино, последний герой, поехали! Песня легендарной группы «Архив». «Вдыхай свет». Блин!
Вот только родили песни, мы взяли вот эту бит-машину для первого столика. Можно потихоньку начать представлять участников группы. Соло-гитара, мастер спорта по игранию джаза и блюза. Обладает суперспособностью играть блюз с закрытыми глазами. Ты единственный человек в нашем коллективе, который учился в музыкальной школе, но так ее и не закончил. Если бы закончил, сейчас бы играл в каком-нибудь, да? Виа. Видел Цоя живьем. Кстати, да. Обалдеть. Мой друг играет блюз. Пока Баховский раздевается. Расскажу про следующую песню. Верный признак того, что пора уже выходить на пол. Следующая песня не такая будет. Быстро можно наливать под нее. Хорошо. Называется «Валькирия». Это гимн корчмы. Правда, в корчме еще про это не знаю.
Аршмия посвящается. Сейчас поймете почему. Искусству. Любитель, умный барабан.
эта песня для дальнего столика. Песням группы «Архив». Песня называется «Последний день». Не путать с последним героем. Очень позитивная песня про конец света. Очень актуальная в 2020 году. Будьте все здоровы. На самом деле предыдущая песня была очень тяжелая для Стаса, там слишком тяжелый ритм, он обычно отдыхал последнее долго, ходил в похожее место, но сейчас перерыва не будет, он выдыхает. Как те, кто ловят по небу ладонь. Смотри, а
великий крест сердца, сам решай, подаяет гнезда. Луч света в тоннеле от дворца или прожектор встречного поезда. Погоди нас, царь, в упорный домов, даётся устами, слушай пламя городов. От нас свали, освобождает мир. От нас свали, спасает этот мир. Следующая песня серьезная и медленная. Про войну.
Группа Агата Кристи с войны могла бы быть, если бы была такой же популярной, как песня группы Архив Голуби. Yeah.
Я буду разливать, братишка, пари, заводи. О, я кучи-кучи.
текущим бэд. Перекативаю душу, порвал, пока этим ржется нашего басиста. Это наш архивариус. Главный Сергей, обладатель самого длинного толстого грифа на гитаре. Патриарх низких частот, четырех струн, Сергей Поховский. А мы продолжаем. Следующая песня тоже группа Архив. Бродяга. Песня была составлена из двух. Поначалу было две, но они, по-моему, сошлись в одну. Получилось так себе. Нет силы в сердце, нет
А вы что-то там все подстраиваете. Себя представь. Серега все время делает. На репетиции я уже устал, останавливаю. Постоянно меня представляет. Барабанщик. Расскажу, как лажает на репетиции. Вот. Случай номер один. Лажает барабанщик. Вот сразу слышно, ритм сбивается, он поплыл, короче, все начинает сбиваться. Солист, басист, вокалист, короче, все поплыло, все. Ну-ка, пример, как сбивается барабанщик? Барабанщик уже спит, да? И сбивается. Он отдыхает. Сбивается, Б. А, сбивается потом, сначала сбивается. Да, Б вторая, да. Это он покажет вечером. Он сбивается. А, второе. После выступления покажу. Менее страшное, сбивается соло гитаре, тоже сразу слышно, там нота куда-то не туда, там все поехало, сразу лицо. Покажите, как она, это, типичная репетиция, покажите. Можно струну порвать просто. Ну интересно. Опасно. Тем более интересно. Тоже, да, приходите на репетицию, кстати. У нас ворота всегда открыты, да, диванчик стоит, можно выпить, послушать. Абсолютно бесплатно. Пока. Третье, сбивается басист. Вот сказал, сбивается басист, ничего не понятно. Играет какую-то фигню, что-то не то. Короче, никто понять ничего не может, что не то. Вот это, знаете, это сбивается басист. У нас это постоянно, поэтому если что, короче, виноват Серега. У него сразу так пальцы начинают бегать по грифу. Возвратно поступательное движение делают, глаза округляются, короче, это сбивается басист. Вот. Ну, когда вокалист бывает, забывает слова там еще, то есть я просто говорю, что у нас аранжировка такая, я поэтому не попадаю в ноты. Вот, а когда слова забывает, Серега, ты все готов? Ну, наконец-то. Следующая песня для тех, кто не греет батареи сердца. «Колыбель снегов». Фу, у меня уже холодно. Здесь слишком холодно, еле сила беззвездных. Комом слова застывают в простуженном горе. Кажется, тронешь рукой замороженный воздух, и зазвенит, разлетится осколками гора. Прячутся люди от ветра в последних маршрутках, вёрстнув в своих одиночных двухкомнатных норах. Лёд вместо стекла и кажется будто даже ведь
и не умея. Отдам немного тепла, громко, неровно. Бьется вода, остальное ребро батареи. Свища сквозняк собирает тепло подшестую. В этой квартире теперь никогда не согреться. Может быть глупо, возможно, я сильно рискую. Я приглашаю тебя за зимой моё сердце. В лунном свете под медный круж огонь. Засвело время от снежной пустынью. Уснула душа в сетях колыбель снега. Белых цветов нарисованных кивами видя. Кстати говоря, по следующей песне можно уходить на танцпол. Она такая драйвовая. О, новый шаг, поэтому парень. Не стесняемся. Выходим, колбасимся. Парни, кстати, придумали аранжировку сами. Я скинул совсем другой вариант. Они нам без меня что-то замутили. Мы придумали, когда его не было на репетиции, короче. Разноразом отрывая.
момент, когда идет проигрыш эта песня. Я успеваю там это, водички попить там, фоточки посмотреть, какие-нибудь новости почитать. Сейчас пришлось играть, Дима, гитара что-то лежит. Вы готовы продолжать? Медленная песня. Кто готов, пожалуйста, вот сюда под эту песню. Английский пришлось выучить из этой песни. Кто-нибудь вообще понял то, что он поет по-английски или нет? Конечно. Ты что, слова слышно там, что ли? Конечно. Кто угадает следующую песню? Поднимите. Не надо, не надо ее представлять. Руку, руку, тут вот наклейки лежат, можете взять, кто угадает. Не надо ее представлять. Не надо, все сразу только бежать на микрофон и полетят сразу. Oh,
выключить свет в зале? Можно выключить свет в зале на следующую песню? Серега, раздеваться будет просто. Свет туда все на Серегу, прожекторы. Следующая песня уже где-то, наверное, 17 лет, а может и больше. Писали ее ребята из Верхней Салды. Отличные ребята. Вот, мы ее играли еще предыдущим составом группы Архив. Мы играем сейчас. Песня называется «Сделан курок». Даже не розовый, а красный. И вокруг все не просто круто, а классно. Слова ласковые, руки нежные, снимают одежду, дают надежду на продолжение. Но если приглядеться, если снять маски, то становится понятно, что напрасны все эти суждения. Проснуться утром – это значит пройти определенный отбор. Но я хочу при свете солнца не задвигать что. Лежу в потолок, сердце сжимается от кулак. Охота выкинуть флаг белый, показать пальцем тем, кто догоняет страх. Лежу в потолок, сердце сжимается от кулак. Последний воздух оглоток, сведет курок. Осталось сделать шаг, чтоб перейти порог. Судьба ударила в год, последний раз дубовый каркас был залит, последний бой. Злость набилась, обилась на что-то другое. Свинцовые слезы катили сами с собой. Доносились голоса прохожих, а из окна дул ветер, разгонял дрожь погоды. Быть может, вспомню тех, кто дорог, быть может, вспомню тех, кто был мне дороже. Лежу в потолок, сердце сжимается от кулак. Последний воздух оглоток, ведем курок. Осталось сделать шаг, чтоб перейти порог. Лежу в потолок, сердце сжимается от кулак. Чувствую воздух и флаг белый, показать башню тем, кто догоняет прах. Просили благи, на перекрестке постовой жестом задавал сами. Где-то были собаки, я слышал это. Резко сжимая в руке рукоятку пистолета, и мешающаяся сигарета была эта. В душа рука восхватом, когда не было рядом взгляда, который был нужен, который грел стужу, который превращал лера печали в лужу. Лежу в потолок, сердце сжимается от кулак. Охота выкинуть флаг белый, показать пальцем тем, кто догоняет страх. Лежу в потолок, сердце сжимается от кулак. Последний воздух оглоток, сведет курок. Осталось сделать шаг, чтоб перейти порог.
«Паутина дорог» — самая первая наша песня, с которой мы начинали репетировать. Спасибо.
Thank you.
что песни могут останавливать бомбы. И то, что тишина — это смерть. И то, что тишина — это смерть. Как обычный дилет, подростковый лишь ты. Кого еще ты сможешь согреть? Я делаю шум, чтоб продолжать жить. Я верю, тишина — это смерть. Да-да-да, тишина — это смерть. Я просто верю в то, что рушит дормы. Лучший способ не стареть, что песни могут останавливать бомбы. И то, что тишина — это смерть. И то, что тишина — это смерть. Сейчас КБ закрою.